кто такой гигачат, откуда пошел этот мем и что это вообще значит в сегодняшнем видео. Вы наверняка видели мемы, приколы, картинки вот с этим вот мужиком, которые наложены на вот этот вот трек. И в каждом из этих мемов абсолютно разный смысл. Общее в них лишь наличие этого вот мужика и музыка на фоне. Вот несколько примеров. Поговорим о названии. Что значит гигачат? Чат — это термин из английского, характеризующий сильного, альфового, но при этом глупого мужчину. Этакого альфа-самца, успешного у женщин. А гига — это типа супер, очень, типа ультра-чат, ультра-самец. Что, в принципе, подходит нашему персонажу. Теперь подробнее о личности нашего персонажа. Самое забавное, что этот мужик реально существует. Но в какой-то степени и не существует. Сейчас разберемся. Интернет узнал о нашем гигачаде благодаря инстаграм-аккаунту его бывшей девушки, которая зачастую выкладывала с ним фото, где они находятся вместе. И именно она создала образ нашего гигачада, благодаря тому, что просто фотошопила фотографии своего парня. Вот фотографии ее реального парня без обработки. Согласитесь, немножко не то, что вы ожидали. Эта фотография, кстати, была запущена еще в 2015. И наш гигачад, кстати, русский. И когда люди подхватили, так сказать, этот прикол в интернетах, она стала выкладывать эти фотографии повторно. Немножко популярности никому не повредит, да? У нее даже был аккаунт, где она снимала гайды, как фотошопить своего парня, а-ля как создать гигачада. Но когда это стало мемом, она эти видео, естественно, скрыла и начала строить, что это реально существующий человек, без обработки. По факту, чел-то реально существует. Его зовут Эрнест Халимов. И как я говорил, он вместе со своей девушкой из России. Стоит уточнить, что фотошопить она начала эти фотографии после расставания с ним. То ли это была какая-то типичная женская обида, то ли она решила поприкалываться и срубить на этом просмотров. Ну, вывод можно сделать, что просмотров в итоге она на этом срубила немало. Вот так, в принципе, с любым мемом и приколом из интернета. Какая-то случайная фигня, без особого смысла, которая, возможно, в реальности даже и не существует. Но из-за какого-то странного стечения обстоятельств оно становится очень популярным. И не потому, что изначально смешное, а потому, что люди придают этому какой-то дополнительный смысл. То есть оно начинает обрастать уже тем, что люди придумывают сами. И на самом деле это прикольно, что какой-то ноунейм чел из России, которого просто обработала девушка, может стать настолько популярным. Теперь поговорим о том, какое влияние оказал этот мем на общественность и мир. Гигачат стал олицетворением маскулинности, то есть мужской силы, красоты и величия. С этим спорить глупо. Если кто-то скажет, что идеального мужчины не существует, покажите им гигачада, это их быстро заткнет. Сколько же я видел мемов, видосов и приколов с этим гигачадом. Не все из них смешны, но есть реально годные. И знаете, посмотрев вот такой вот видос, прям заряжаешься поистине какой-то мужской энергией. На пару секунд реально начинаешь чувствовать себя альфой. Так что гигачад норм, пацан, рекомендую. В принципе, кто такой гигачат, мы разобрались. Точнее, кому принадлежит вот это вот лицо. Но что же насчет вот этих вот фотографий? С накачанным мужиком просто в нереальной форме. При этом с тем же самым лицом. Может быть, он действительно существует? Мне, к сожалению, придется вас расстроить. Это тоже фейк. Насчет того, кто конкретно делал эти фотографии, не уверен. Но вот вам примеры людей, которые там снимались. Как вы видите, стиль очень похож на то, что мы с вами видим. Из чего можно сделать вывод, что лицо принадлежит тому самому Эрнесту Халимову, а тело просто обычных бодибилдеров-моделей, которых фоткали совершенно другие люди, ну то есть профессиональные фотографы. И то, что это все фотошоп, подтверждает то, что вы не найдете ни одного видео с гигачадом. Есть только фото, отредактированные фото, разумеется. И тут стоит отдать должное людям, которые решили сделать из этого мем. Потому что вот реально без шуток, сделано очень качественно. Что аж мне приходится снимать видео, где я говорю, что этого человека в реальности не существует. И чтобы прийти к такому выводу, надо реально разобраться. На первый взгляд, все очень даже существует. Мне кажется, не особо важно, есть ли он в реальности или нет. Важно то, что он символизирует. А символизирует он мужчину полной гармонии со своим телом, с духом и с окружающим миром. Это было видео о гигачаде. Всем пока. Но несмотря на все, что я сказал, может быть, он реально существует? Кто знает?